Яришься, нет? Прямо в улочке. Он что, вылез, что ли? Да, бля. Как так-то, а? Лава все проехал. И в улочке перевернулся. Здесь бревно лежало? Ну, я говорю, раньше здесь торчал кусок, да, вон? В сливе где-то.
Белок, рот открывай. И жуй. Вот мы где-то впереди учили. А тут впереди. Я замучился за тобой ехать. Я боюсь себя убить здесь в пороге, блядь, со всего маху. Я торможу, он все равно рядом. Больше скорость, меньше страха. Глаза закрыл. Да, все быстро закончилось. И плыви. Витя, встань передо мной. Передо мной встань, пожалуйста. Ну, ладно, поехали. Между мной и Юрой встань.
Не знаю. Есть, дышим, наслаждаемся видами. Это прикольный порожек, да? Такой прямо раз. А ты где проехал? Слева. Как говно, как обычно. Как говно? Я встал. Вот, это просто. Встал туда или тебя запихало? Не, я просто развернуло. Я туда заехал, постоял, подождал Эдуарда, думаю, сейчас он сюда же встанет, я все. Не, горит или мигает? Давай вперед.
добрая половина. Да? Слушай, а слева вообще как бы она даже не ложит. Почему не лег? Вон Серега лег. Да. Стабильность — признак мастерства. Все нормально? Это вот это с отрицательным режимом, да? Типа в нее прямо, да? Там первый слип можно подвесить. А здесь не проехать? Нет, такая большая вода, поэтому там надо очень как бы знать, что это здесь. Ну понятно, выносит. Тимур, ты вперед или что?
реально замок. Да? Это реально замок. Ну, если бы был повыше дроп там первый, который, было бы, да, сложно. А так просто что-то... Там между камней еще такая ебанина с щелями. Я что-то ничего не заметил. Вот если по центрам ехать, там прям узкие щели, между них хорошо дальше. А, если по центру. Ну сейчас воды-то мало, там вообще не проехать, да? А так как дом просто засовывает, заходился, ну еще не делать. Красиво. Но не хватает, знаешь, как в Сочи, чтобы эти ручейки клиток по стенам. Вообще было круто, красно. Ну, я думаю, если приехать в июне, то будет течь. Ну да, можно. Тут еще говорят, вот эти вот штуки, пещерки, там лед. Все. Ну что происходит-то? Ничего не происходит. Наоборот, это самое. Ровная вода и все. Ну, водовороты, да, могут быть. Что? Настроение улучшилось? Где водопад? Ножки свело. А? Вытащи. Я вытащил. Ну что, Настя, не едешь, не едешь?
Как он бодро залетел-то в бочку. Я говорю, в бочку бодро залетел. Хотя там не бочка, какая-то хуйня. Воды бы чуть-чуть побольше было бы. Что-то как-то это. И на прогонах, короче, вообще это самое. Просто ничего нет. Ну, для первого раза так пойдет, конечно. Нет, для первого раза нормально. Я просто с крупными шарами ехал. А этот чувак, который вот он в эту скалу головой ударился, которая ну вот в этом месте, да, вот где, короче, это. Он не понял, он ничего не почувствовал. Ну слушай, там как-то, блин, да, если это самое, если воды побольше напор, там же прям туда хуярит в эту самую. Блять, это тяжело оттуда. О, классно. Деревце такое. Thank you.
что там такое? Конец. Что? Конец. Там бочка, что ли, или что? То есть... Я тебе говорю, не надо этого. Просто прыгай, вообще не пальцы. Право прыгать, да? Да.